Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале «Все обо всем» с Еленой. Сегодня 19 мая, и Крым опять же поражает погодой. Все пишут, что жара до 30 градусов, умирают все от жары, но Крым, вы знаете, Крым никак нас не радует теплом. Сегодня 19 мая моросит дождь, и всего-навсего вот с утра, сейчас 9 утра, плюс 16 градусов. Вроде бы с завтрашнего дня обещают 20-23, но пока это слабо в это верится. Люди поодевали опять куртки, вот здесь школа, видите, сколько машин. Все стараются детей отвезти на машинах в школу, одели куртки, шапки. И это Крым, Западный Крым. Знаете, и смотрю я тоже некоторых блогеров, и показывают видео, что уже купаются, загорают. Ну, это, конечно, мне кажется, прошлые года, и это не очень хорошо показывать сейчас, не отмечая год, призывая людей. Ну, в данный момент могу сказать, что море плюс 12, и температура воды, конечно, не для купания. Для моржевания это точно. И сейчас, как вот сейчас, для загара, конечно, время не очень хорошее. Сами видите, что на небе тучи, зелени много, люди идут вот одетые, даже сейчас вот приближу, в курточках. Вот и моросящий дождь. Хорошо, еще нет ураганного ветра, какой был у нас в прошлый, да вообще в прошлый день, да. Море затянуто все туманом, такой дымкой темной. В общем, пока ничего хорошего. Погодой нас Крым не радует. Еще раз хочу напомнить, что сегодня 19 мая, плюс 15-16 вообще нам обещают сегодня. Представляете, и это Крым, ну правда Западный Крым. Ждем тепла. Все, с вами была Елена. Всем всего самого доброго. Пока-пока. Вести из Западного Крыма о погоде. Для тех, кто собирается сейчас в мае в Крым. Надеемся, что лето будет теплое, как обещают нам синоптики. Всем всего самого доброго. Пока.